все равно достал. Нет! Да... Я хз. Стараюсь блокировать, ни хрена не получается, пробивает. Надо щит менять, наверное, магический урон. Души минус. Ну, хотя какие-то, какие там души, там не было душ нормально. Ой. Похоже, что здесь, ребят. Офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой. А еще там БСП хотел ПВП поиграть. Можно целый турнир устроить. БСП сам? Блин. Кажется, крупный босс. Показывают нам заставочка, ребята, внимательно. Сейчас будет графон. Ай-яй. Ай-яй-яй. Вот я урод. А ну-ка, руки. Ля, какая симпатяшка. А, с подсвечниками. Они ползают. И чё, это прям босс с таким количеством? И они наверх смотрят, от наверху. А наверху? Тише. Маленькая пташка. Скоро я рожу тебя заново, дитя чистое и непорочное. Рожай скорее. А, сейчас прям родит, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, она неуязвима. Видимо, надо сначала... И у нее жизни не отнимается. То есть, скорее всего, надо вот с этими подругами... Так, что? Кто это? Откуда прилетела? А, это она стреляет, видимо. Ну, волки жрут, конечно. Хорошо поет, чистенько, молодец. Так, она все еще. Там подсказки, типа, сюда не надо. Блин, а что вы делаете, дамы? Сколько вас нужно размотать, чтобы... Подсвечники такие. У-у-у. Взрыв сейчас будет, видимо. Да... Она все еще находится. Похоже, мне нужно убивать тех, кто поет. Хотя они хорошо поют. То есть вот те, кто... Хотя тут они через одну поют все. Девчонки, что происходит? О, есть. Ага, значит, их много. А, время от времени переходит вот эта вот песнь от человека к человеку. И как только мы ее убиваем, у нее немножко трескается защита. То есть задача не всех убивать, а убивать только тех, кто в данный момент поет. То есть искать вот таких дам. Еще минус одна. А, причем не обязательно ее убивать. Упала, кажется, упала. Да, упадает.
Так что взорвется. Нормально, может и сможем с одной бутылкой оставшейся убить ее. Вон, вижу. Это третья будет, да, по счету? Да. Давайте перерождаться, нет? Надо смотреть на нее. Сейчас она может присесть. Да. Быстро, 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 быстро. Шанс. Нет. Есть. Просто изи. Кто тут знаток игровых механик? Кто тут? Он не знает. Он не знает. Мамка твоя не знает. Душнилы. Вопреки. Вы будете рождаться раз за разом. До скончания веков. Ой, вторая фаза, кажись. Папандус. Мать-перемать. Ибо я Ренни Колдунья. Ты не вправе тревожить сладкую дрему матери. Ой. Ой. Мерзкий вредитель. О. Пусть твои уста расскажут всем. Не подходи ко мне. О последней королеве из рода Кария. Ренале полнолунной. О, ля, какая красивая. Ой, ты, о, ля, о. И величие ее колдовской ночи. И тут я такая, как богиня, выхожу, такая вся красивая, короче. И луна за мной. Тут тейки не хватает, она могла бы с интонацией, короче. Рассказать все как надо. Миха, держись, мамка пусть давай держится. Воу-воу, понял. Да у меня бутылок нет. Красиво. Не, ну это красиво. Это красиво. Да у меня нет бутылок. Я все 8 бутылок потратил в попытках понять, как что с прошлой делать. Ну, где там... Как, блин, как? Как, сука, ее выпить-то, а? Понятно. Вроде на эти кнопки, блин, на скролл. Я его тыкаю, не получается. Блин, как? Как же ты? Какая же ты? Ну, в целом, понятно. То есть не надо сражаться с омонами, надо просто их переживать. Надо уворачиваться от... Интерфейс, конечно, местами просто убогий. Блин, вообще, я ничего не могу сделать. Я не могу ничего сделать. То есть она иногда так достаточно активно спамит. Смотрите, что творим. Что с КП, подруга? Да ладно. О, малютка Ренни, доченька моя. Она не успела ничего сделать в этот раз. Воспоминания о полуденной королеве. Великая руна нерожденных. Еще одна великая руна, ачивку дали. Давайте на дракона попробуем. Но я сомневаюсь, что это с этим оружием мы его быстро убьем. У катаны кровотек, не забывайте. Не забывайте, что это его тоже кровоток. И не забывайте про советы, особенно про такие. Кстати, мувсет у драконов довольно
похожий. Скоро конь у нас падет. Но в целом мы не получали пока серьезного урона. Да, и вот этот ход тоже. Вообще очень красивая битва здесь, посмотрите. Возможно, да, эта пушка будет полезной как раз для сражений на коне. Ну, потому что она большая, с катаной, тем более с какими-то там тыкалками, клинками, не очень удобно. Ладно, друзья, все, хватит. Решим следующий... Нет, нет, не решим. Я думаю, может, фуфарчику пойти поиграть, но мы уже играем почти 4 часа. Я так по ощущениям. Вы как, настроены? А есть там желающие фуфа покатать?